Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анри, и это снова Моторок. И в прошлой части мы перешли на третью планету Хеми-5, где царствует босс Кейджин. Кажется, во вселенной не найдется мира с таким же живописными пейзажами и прекрасными закатами. На Хеми-5 самым причудливым образом древнее искусство переплетается с технологиями космической эры. То есть, вот такая у нас опасная планета. Так, мы сюда перешли. Так, нам требуется 1800 очков, чтобы перейти на дивизион А. Значит, давайте посмотрим, сколько у нас очков. 28 тысяч. Давайте откроем за 20. Что у нас здесь? О, открыли вайпера, это отлично. Так, у нас есть какая-то броня титанидная или что-то такое. Надо будет ее тоже докачать. Фейзер. Вот, ну, теперь качаем на 40 тысяч, что там будет. Давайте купим танчик. У нас есть 133 тысячи на танчик. Где он, родной? Вот он. Так, давайте его покрасим как-нибудь. Интересно. Давайте так, чтобы он опасный был. Гусеница. Окей, покупаем наш танчик. Интересно, как он, вот, как он ездит. Что у него есть за оборудование? Ага, эта штука, это дроид, дробилка. Оружие контактного боя наносит огромный механический урон технике в течение 3 секунд. Вот это интересно. Так, что мы можем, сколько стоит? 15 тысяч, тут у нас 13. Так, ракетница. Ага, ракетница у нас максимум, да, осталось? Ну, ладно, давайте пока ничего не покупать, попробуем проехаться. Так, я боюсь. Ну, танчик вообще дикий, по-моему. Танчик просто дичка. Нужно к нему привыкнуть, дорогие друзья. Это просто... просто огонь. Да. Не, на танчике другое дело ездить. Не то, что на этом говне всяком. Хотя, я еще не привык, видите. И особенно он мне помогает. Так, мы размочили. Еще бы вот этого размочить на танке. Он такой резкий, я не могу к этому привыкнуть. Та-да-тан-дан-тара-да-дан. Блин. Навряд ли, я еще, наверное, пока не смогу приезжать первый, несмотря на то, что у меня танчик. Пидорас. Как его еще назвать? Ох, я лох. Сейчас мне пизда будет. Я это чувствую прям. Только бура меня не сверли. А, я второй приехал, ну это нормально. Снейк финишит. Так, 20 тысяч у нас есть. А что можно сюда поставить? Дробилку? Нет. Самонавод. Файзер. Редкое нестабильное оружие. Не хочу файзер. Где самонаводящаяся ракета? Что-то я не вижу. Стреляет смертоносными огненными пулями с очень высокой скоростью движения. Самонаводящаяся ракета. О, вот это огонь. Ну, пока. А если мы продадим? 35 тысяч. Давайте самонавод куда купим? Да. Бам. Сколько стоит 25 тысяч? Ладно. Сколько стоит по пятнашке? Пока ничего себе не можем позволить. Поехали дальше. Опять я последний. А чё я последний еду да вообще? Мне не нравится этот движ. Ой-ой-ой. Чё происходит вообще, ребята? Блять. Жизни... блядь, сука, жизни вообще нету. Да, к танчику надо явно привыкнуть.
Он просто невозмутимый, ребята. Потрясный танк, на самом деле, сделали круто. Ну, я, блядь, просто дикий долбоёб, поэтому я умудряюсь на танчике последним ехать. Вот. Чё дураку не дай, он все равно, блядь, дурак. Так это вот это про меня. Нахуй пошли. Да сука, ну пиздец. Пособлова, ну съебались отсюда. Да это просто пиздец, как это на одном и том же месте, блядь, вылетать. Ебануться, ну блядь, это в натуре пиздец. Как тут не ругнуться? Взять и ебануться. Разъебись, блядь. Ой-ой-ой-ой, что я вообще делаю? Вы видели это? Я просто дикий шмель. Дикий необузданный шмель. Я приезжаю первым, блядь. Хорош, нахуй. Так. 22 тысячи, что мы можем приобрести? 15. О, лазер, вот это лазер классный. Мне он нравится. 25. Давайте лазер приобретем за 15. Потрясная штука. Поехали дальше. Сейчас мы подпалим, ребят. Ого! Ебать, там пиздистика происходит, дикая вообще. Денежки прихавал. Блядь, денежки надо, ребята. Ох, надо научиться. Надо научиться ездить на танчике, потому что это просто пиздец. Ну, танк явно здесь превосходит предыдущие машины все. В принципе, как и полагается. Вот я только ебун косоголовый, блядь, а так все нормально. Слышь, ты пидорас. Я его, блядь, уничтожу в воздухе. Блядь, как это я не попал в него, сука, ты козел ебаный. Кто там уже садится по мне? Вот пиздюк. Тан-тан-та-та-та-тан-тан. Да быстрей, блядь, катай! Ой, ракета, самородочка летит. Нахуй иди, пожалуйста. А то самонаводка. Ебать, я второй ехал, блядь. Ну все, походу, приехали нахуй. Блять, второй, сука. Ну ладно, это не страшно. 800 очков, 18 тысяч. Сколько? 15. Давай, лазер. А, блядь, самонаводки еще не покупал. Ёбаный дурак. Ладно. Самонаводки с самонаводками, а ехать надо. Давайте, я вас буду пожарить. Сука, на. Вот я бы тебе, козла, поебал бы, так ты в броне, блядь. Что там, блядь, произошло? Как так можно было вывалиться, ебаный дурак? Вот это пиздец, конечно. Да ну заебали, блядь. Тан-тан-тан-тара-да-дан-дан. Да, ребята. Ебаный пиздец называется. Сейчас меня подобьют, нахуй. Вот оно, блядь. Сука, не нахуй. Бой майн, блядь. О, не зря я лазеры пускал. Да, сука. Ох, я, блядь, демон, пиздец. Так, еще один. Да ну, блядь, что ты нахуй делаешь? Есть. Ебать, лазер крутая штука, мне он нравится.
Он просто решает. Там. Я должен первым приехать. Должен, блядь. Сука, пидор, yes, я первый, блядь. Пидорасин. Меня встречает плакат с красной плесенью. 15, сколько? 15, на. Так, ну в принципе еще пару раз приехать, я перейду в другой дивизион, это будет потрясающе. О, с прыжком это заебись, эти пидоры тут падают. Они, блядь, недоразвитые демоны, поэтому они легко падают. И я такой же долбоёб, видели? Ебать, это что за хуйня вообще? Охуеть, просто охуеть. Пиздец. О, хуй, я появляюсь, блядь, я должен появляться на другой стороне. Это вообще дичь получается. Хуй, кого я теперь догоню. И нахуй. Нет, это нечестно было. Теперь... Не знаю даже. Фу, пиздец, вот это я опять тебе появляюсь, хуй знает где, вы заметили это? О, да ну нахуй, эту трассу, короче, я проебал. Просто, блядь, на ухналь проебал. Сука, блядь, уничтожу всех, нахуй. Вот пидорас все-таки вырвался, блядь, козел. Ну, ехал я обратно, поэтому для меня, блядь, короче, надо выигрывать мне, потому что. На тебе, блядь, пидорасы, сука. Ой, хоть перепрыгнул. А то я такой ЖБР, что могу не перепрыгнуть. Тихо, тихо, тихо. Ёбаные додики, блядь. Фу, пиздец, я конченый. Фу, ебать, конченый. Я его что, сквозь защиту, что ли, проерошил, ебай. А ну, самонаводящая. Сделай свое дело. Блядь. Ох, мне сейчас пизда будет. Тогда. Да, к танчику надо привыкать. Ох, сейчас меня пизданут на последнем... А, это еще не последний круг. Ну все равно сейчас... Ой, видите, там уже меня жмут нормально. Пидары, только отстаньте от меня, пожалуйста. Ох, уже сзади чмырь, блядь. Опять я хочу вниз вернуть, да что ты такой долбоёб. А, блядь, надо вторым ехать, сука. Что, всё, что ли? Не, ну танчик вообще охуевает, я смотрю. Да, танчик заворачивает, блядь. Как, сука, пидорас. Так, 200 очков. Смотрите, сейчас мне нужно приехать хотя бы вторым. Хотя это еще не последняя карта. Не предпоследняя гонка, да? Сука, на, тварь, блядь. Давайте жмем. Еще и карта такая ёбнутая чуть-чуть.
shred, but blast out there. Вот я сказал, что ёбнутая, потому что я, блядь, не шарю играть. Ёбаный пиздец. Блять, я думал, я прихавал аптечку, да хуй там был. Ух, сейчас меня разъебут. Как я это чувствую уже. Блять. Ебать, тут конченая хуйня происходит. Дорогие друзья, вы это видите? Какого хуя этот конченый вообще на первом месте? Тут такие тачки, блять, он на первом месте. Ах ты ебаный дурак. Ебать я... Заебался все ракеты ловить. Ебаный, ну, блядь, пиздец. Вот это в натуре дерьмо. Сукин сын, надо его прибить, нахуй. Ну почему я такой додик, блядь? Ну, блядь, козел, сука. А ну давай, ой, хорош. Это я его убил или нет? Судя по всему, нет. Пизды получает он нормально. Слышь, ну какого хуя? Я первым приехал? Ух ты, все, 2000 очков. Так, давайте еще раз проедем. Let the carnage begin! Rage hit the warp! Давайте их поджарим немножко. Ай, хорошо. Сука. Ебать, я бешеный просто. El Toro Fuerte, так можно было скосить. Вот здесь. Все, понял. Вспомнил эту трассу. Похожая, по-моему, была на первой планете. Или второй. Та-та-та-та. Ох, сейчас меня будет жарить, конечно. Да что ты ебаешь? Пидорас. Когда? Какой я хитрый. Хитрый тупой. Въебуюсь. Все, съебался, пожалуйста. Нахуй, я сказал. Пам-па-ба-ба-бам-ба. Ой, блядь, как можно было так ебануться, лохануться. Надо этого бура пиздануть. Он сам пизданулся. Ага. Откисай пока, сынок хуевый. Блять, когда же я приду на танчике ездить безукоризненно? Только не вылетай к хуям, пожалуйста. Так. Yes, сука, как я, да, завершил. Молниеносно. Ага. Так, все, я перешел в дивизион А. С первого раза даже как-то, блять, ничего себе, для меня это прям... Так, сколько у нас очков? 17. Что мы купим танчику нашему? Самонаводки, мины, ускорение. Давайте купим пульсатора этого. Итак. Давайте попробуем проехаться в дивизионе А разочек. Как тут вообще елозят нормально. Ебать, что-то тут как-то тяжко, мне кажется. Самонаводочка пошла. Ой, хорош. Ебаный я дурак. Shred jams in the burst.
А, пидоры сраные. Сраные пидорасы. Ох, мне нравится их. Блять, вот это война, ребята, сука. Вот это война. По 300 раз все взрываются, блядь. Тихо, тихо нахуй. Да ебаный пиздец. Сука. Тихо, тихо, тихо. Ух, сейчас я тебе, сука, заеложу. Ну-ну-ну-ну. Да, блядь. Ой, хорош. На, дестроить тебе, блядь. На, ебать его в рот. А, последний круг, я сейчас буду сосать. Какой? Третий еду, блядь. Плохо. Третий плохо, ребята. Сука, ладно, третий так третий. Хуй с ним. Ну, было весело. Ебать, мы резню устроили. Ой, мне аж понравилось. А! Ля, ракетки на 60. 10 штук, но за 10 штук мы ничего не купим, да? Ну что ж, дорогие друзья, на этом мое прохождение сейчас заканчивается, а мы уже в дивизионе Б. И в следующей части, я думаю, мы уже, конечно, перейдем, надеюсь на это, перейдем в следующую планету, четвертую. С вами был Андрей, всем пока!